Всем доброе утро, друзья. Режу баклажанчики. Так. Сейчас, секундочку. Надо приготовить луковица, 3 зубка чесночка, тут помидорки, болгарский перец. Все. Я помыла. И кубичками все нарежу. Вот. Не очень мелкими, не очень крупными. Вот так, девочки. Вот такими кубиками. Сейчас нарежу, а то стол трясется. Надо мне с дачи штатив привозить, наверное. Так, сейчас чуть-чуть я присолю их. Чуть. И перемешаю, пусть они постоят. Так вот. Я, девчонки, совсем забыла. Чайник поставила. С помидорок кожицу снять. Сейчас залью их кипяточком. Вот. Масло побольше льем, баклажаны, как говорится, любят масло. Я вот такой рецепт, конечно, здесь все у меня по чуть-чуть, делала на зиму, закрывала по этому рецепту. Очень вкусные. Так, значит, лук порезала, перец, конечно, у меня замороженный, но ничего. Надо использовать. У меня там еще есть перец-то. Сейчас залью. Залью кипяточком. Помидорки. Пусть минуточку, девочки, все, сейчас я уберу это. Проверила, чистится, нет. Ну и все, вот так вот я сейчас очищу и порежу кубиком помидорки. Ой, девчонки. Конечно. Как сказать-то? Помидорки еще все равно не то. Но уже что-то похоже. Вот так кубиком тоже порежу. Масло налила в сковородочку уже. Сейчас у нас первый пойдет лук. Девчонки, как мне пишут, что я ничего не умею готовить. За 60 лет своей жизни я, оказывается, ничему не научилась. Вот так вот. Все у меня то хрючево, то каша, то еще что-нибудь, да. Все не так, как у других. Так, тихонечко сейчас. Тихонечко вот сюда сейчас я. С перчиком сразу. Вот так.
Так, и что у меня останется? Чесночок еще мелко порезать. Ну и все, начинаем готовить. А, так, ну здесь, естественно, никакого соку мне ничего они не дали. Может, это осенние баклажаны надо так делать. Ну и ладно. Включаем сковородку. Разогреваем и закидываем в первую очередь лук. А мне надо еще квас процедить, и на дачу сегодня поедем. Так, чесночок еще порежу. Пюре у нас еще с Сашей есть. Ой. Пюре с печеночкой нам на обед хватит. Ну, а там на ужин что-нибудь приготовлю. Все, жарим лук. Записалась в парикмахерскую на субботу. Вот. Сегодня, наверное, буду заниматься в теплице помидорами. Все лишнее отрывать. Кое-где буду прищипывать, потому что у нас не успеют вызреть помидоры. Нынче посажено позднее. Буду смотреть, сколько там на кусту кистей оставлять, посмотрю. И делать прищипку. Потому что уже середина, почти что июля. Ну, не середина, но все равно. Сегодня какое? Так. А какое сегодня? А, 11 или 12 июля. Девочки. Или 11. И вот так миленько я порежу. У нас, ну, если осень будет хорошая, то ладно. А так не знаю. Все. Пока не солю ничего. Все на сильном огне. Вот лучок сейчас так прямо уже поджаривается. И я закину сюда помидоры с перцем. Вот видите, все достаточно. Закидываю. Все обжариваем. Пока не убавляю. Сейчас, наверное, немножечко можно убавить на средний огонечек. Вот так. И сюда наши баклажанчики. Баклажан у нас соленый, так что мы попробуем. Чайник девчонки кипятить поставила. Я сейчас так оставлю, пусть немножечко под крышкой. Так, и огонечек у меня средний. Вот так. Так, что у нас там? Сейчас будем
помешивать. И под крышки пусть у нас это все пока как бы жарится, тушится. Можно попробовать на соль. Я поперчила черный перчик. И хочу добавить сейчас. Так, девочки, кинзу нашла. И перчик острый. Вот это чуть попозже у нас чесночок. Будет еще добавлен кинза и острый перец. А сейчас под крышкой у нас пусть жарится. Можно, ну, чтобы оно и тушилось, и жарилось. Как-то так. Так, девчонки, где-то минут 20 у меня это все под крышкой томилось. Масло, да, надо побольше. Я добавила чуть-чуть масла. Попробовала. Теперь буду добавлять, значит, по вкусу. Соли надо. Так, баклажаны уже мягкие. Добавляю соль. Так, добавляю сахар. Я добавлю 2. Так, добавляю чуть-чуть острого перчика. Конечно же, когда я делала на зиму, вот чуть-чуть добавлю. Я брала стручковый. Ну, сейчас нет. Так. Наш чесночок. Мелко порубленный. И кинза сухая. Я вот не помню, а я покупала кинзу. Все размешиваем. Конечно же, пробуем, что нам еще не хватает. Сейчас я снова прикрою крышкой. Видите? Оно в масле жарится. Очень вкусно. Хоть с хлебом, хоть с чем. Вот такая красота, девчонки. Так. Пробовать. Мне много очень пишут. Вот садишь цветы. Что зимой будешь есть цветы? Да, буду зимой есть цветы. Девочки, что вы так переживаете? Я не раз уже говорила. Не едят у меня эти овощи. Никто. О, петухи кричат уже. И что мне нужно, я столько и посадила. Потом писали, что лука запастись не может. Какой-то мужик писал. Ту-ту. Лук, он и в Африке лук. То сгниет, то еще что-нибудь. А в магазине он стоит 16 рублей всю зиму в чижике. Я лучше клубники посажу или картошки. Вот. А если у меня не едят, я зачем буду садить?
я уже говорила, горяченький еще. Ой. Девочки, вы сами знаете, какая это вкуснятина. Вот оно остынет, постоит, как говорится, все вкусы смешаются, все. И на хлебушек. Да хоть с рожками, хоть с рисом, хоть с пюре. Вкуснятина. Я что хочу сказать? Ну, вот перчик, конечно, кожурка. Видите, кожурочка. Так что, дорогие мои, не переживайте. У нас главный овощ — картошка. Ну, бывает, нам не хватает, потому что у меня на две семьи. Вот. Картофеля. А так, все это, что капуста, что кабачки, я только сажу для кабачковой икры. Ну, сама поем свеженькими. Саша у меня, ни Миша, ни Саша никак не едят. Если я сейчас снимаю свежие огурцы, у меня их никто не ест. Так вы мне скажите, я зачем буду садить-то? Ну уж лук-то я куплю себе за 16 рублей. Девочки, вкусно. Вкусно, что тут скажешь? Ну все. Показала вам очередную вкуснятину. Очень вкусно. Я хотела баклажаны посадить, но ее, говорят, их больно любят вредителей, да и больше. Ну что, девочки, вот на 53 рубля я купила баклажаны. Их ведь не будешь каждый день есть. Так, в охотку изредка. Вот, а осенью они вообще дешевые. Примерно такие же баклажаны я буду делать на зиму. Конечно же, там будут уже и помидоры другие, и перец другой, и острый перчик. Все будет свежее. Вот. Вкусно. Так что, девочки, всем желаю крепкого здоровья, мои хорошие. Крепкого здоровья, мира, всего-всего доброго, хорошего. Вот. Девчонки, кто-то едет на море отдыхать. Это хорошо, отдыхать надо. Ну, я на даче буду отдыхать. Погода стоит хорошая, лето хорошее. Ну и все. Всем пока-пока, девочки. Ой, у меня окно вон нараспашку. Не знаю, 18 градусов ночью. Красота вообще. Сегодня, может, опять что-нибудь сниму. Будем опять потихонечку делать заготовки. Так что всем, девчонки, пока!